Арабская ночь. Мы в прошлую катку кто-то проебали. Проебали. Да. Ботинка убил меня. Как мило. Они любят тебя. Конечно. Да. А я их не особо. Они поддаются, и ты делаешь эффект убийства. Ну, правда, иногда они начинают переигрывать и начинают стрелять из пистолета, чтобы круче казаться. ПРКзники. Ай, кошмар. Ужас. Бля, в таком состоянии даже собака гулять особо не хочется. А надо. Может. Да не особо. Сегодня она может просто во дворе погулять. А, я думал, в смысле, вообще. Я сказал, сегодня, а не вообще. Не, ну я и по сегодня не говорил. Я имел в виду погулять, в смысле, не будет. Сегодня. Я плохо выразился. Некорректно. О, сынок, прочитал мое сообщение. Ебать у меня чуйка, я охуеваю иногда. Вот просто. Бля. И вот который раз, вот кому только не напишу, он долго не отвечает, а что-то так... Просто, ну вот, написала, понимаю, что там уже прошло дохуя времени, захожу, и этот человек уже читает сообщение, такая, ебать, я мандиста. Или только прочитает тот момент, когда я зайду посмотреть. Я такая, охуенная у меня чуйка. А со мной такое было? Да. Бля, мне страшно становится, а тебе? Игра со всеми у меня так было. И не в первый раз у меня такая хуйня. Просто захожу, и уже все. Я там где-то на работе проигнорил, не услышал, подхожу, и ты такая смотришь, о, он ответил, он отвечает, пишет что-то. Хакер пишет, Даша, извини меня, вырубил, я, возможно, сегодня не сыграю. А почему играть не будешь? Тебя же не сейчас вырубило? Или сет вырубило? Не понял. Извини меня, его вырубил, не сет вырубил, его вырубил, ты его вырубил. По башке кто дал? На тренировке. Фига там, вот детский. Аж мозги вылетели, да? Да не, ну это совсем. Я прям слышу вот это. О! А может этому написать, блять, как ему? Славе. Квертмену. Я напишу. Как его там, блять, у меня он записан в телеграме. Наверное, Слава. Да? Да, это тебе записан. Привет! Поиграем. Или... Или ну нет. Так вот будет, ну просто человек старше. Мне кажется, если жена его увидит, то что он какая-то пиздючка пишет, она охуеет. Она его выгонит просто из дома. У него дети есть, девушка есть. Девочка. Ребенок. Жена есть. Женского пола. Он преуспел. Да пиздец. Ой, мы выиграли. Случайно. Дорогая, кто там пишет?
Привет, поиграем или... Девушка моя. Моя спина. Блин, спина болит. Сказала нет. Я что-то сегодня вообще не выспался, если бы меня не разбудили, то я до утра бы спал. Ну ладно, спи, сынок, спи. Спи, спи. Спи. Ладно. Сегодня так уж и быть поспишный. Завтра ты не проснешься. Не, завтра не будет играть, завтра среда, у него тренировка, поэтому он придет ближе к 10, тогда, когда я уже уйду. Так что, похуй. В четверг поиграем. А я с ножиками хотела. Да, давай, иди, а у меня не бесконечные или бесконечные? А их можно и бросать, и метать. Понимаю. Ну, можно бросать. Ну, там где-то кнопка есть. Как кинуть? Справа внизу где-то. А, ебать, она далеко. Она перекрыта у меня другой кнопкой. На их на ими можно и атаковать еще. Да делать мне нехуй, блять, я получу их срезать лучше. Это надо карту поменьше брать. Короче, у нас же сегодня, во-первых, был первый русский. Ну. Даже с этой душнилой, бля. Не могу ее терпеть. Она нам дала, короче, контрольную. Там по вариантам. Она вообще как-то хуёво определила, блядь, получилось так, что вокруг меня вообще нету рядом сидящих, кто бы дал мне списать. Вот, сейчас отвечу, подожди. Сынок. А, мама. А чё, всё, первый... А чё, уже нету этой, я типа... Я сидела... Ладно. О! О, братан, ты тоже с этими ножиками бегаешь, как мило, я тебя убила. Даже не случайно. Я сидела на первом варианте, но мне сказали, что я второй вариант буду писать. Я такая, ну, ладно, хорошо, допустим, как скажешь. Пишу, там было два задания. И эти два задания на две оценки. Вот. Я написала только одно задание. И все. Это же на что меня хватило в этой жизни. Вот мне поставили, короче, 4-2. Я такая, ну, круто. Мне, блядь, все, у меня все задания были правильные. Я не знаю, что ее там не понравилось, что ей. Что я не так сделала? Где моя 5-2? Да, хороший вопрос. Так-то я бы успела списать и вторую часть, но просто она времени мало дала. Я только сфоткала. Знаешь, как я вообще сфоткала у человека контрольную? Как? Чисто у нас была 5-минутка, мы выходили в коридор, и вот мы когда назад заходили, я просто у соседки какой-то, у которой тоже был второй вариант, взяла, сфоткала, просто проходя мимо, быстренько сфоткала и пошла дальше. Чисто, даже никто не заметил, мне кажется, исчезновение. Сука. Но я все равно не успела воспользоваться ей, такая, блядь, пизду. А я думал, я там умудрялся как-то списывать без палева, а он, оказывается, как... Потом у нас физика была, знакомились с новым преподавателем. Ну, он какой-то, знаешь, ему лет за 30. У него есть жена, потому что колечко есть у него на пальчике. Случайно заметила. Почему вообще жена? Даже не планировала туда почему смотреть. Почему жена? Вот, почему? Ну, может, муж, ладно. Типа мышления? Ну, они не правы. Блять, однополые браки запрещены в России. Они не могут пожениться, так что жена. Сука. Несправедливо. Да, согласна. Грустно. Вот. Он не уверенный в себе, он постоянно нервничает, ходит в одну сторону, ну, со стороны в сторону, это очень странно выглядит. Он что-то рассказывает, то влево, то вправо, то влево, то вправо отходит. Такая, блядь, остановись, ты уже, мне голова кружится. Он очень скучно объясняет, я не могу, бля. Одет скромненько, весь в сером, не привлекает внимания. Что-то постоянно мечется. Ну, короче, ну, видно, либо не уверенный в себе, либо просто... Нервничает очень сильно. Хотя он уже, ну, типа, не в первый день работает. Он уже до нас там чуть-чуть работал. Недельку, мне кажется. Он уже две. Вот. Типа, должен был уже освоиться, мне кажется, за такое время. Я чуть опять не уст... Ну, то на русском засыпаю, то на физике теперь засыпаю.
Я вот реально клянусь, я сидела, слушала его, я типа не сидела в телефоне, я просто реально пыталась понять, что она все там пиздит. А в итоге меня начало рубить, просто глаза размываются, глаза закрываются, такая. Я пыталась, пойду в карты играть. Я просто сидела в ТикТоке, либо в карты играла, все, в дурака этого. Да и пуху. Ему как-то вообще все равно было. Потом вот за 20 минут до перемены, до обеда этого, он такой, ну ладно, хватит с вас. Никто вообще его не слушает, там все в телефонах, кто-то в наушниках, кто-то вообще спит, блядь. Типа, ну вообще всем все равно было, очень душно. И там кто-то спрашивает, ладно, это долго будет, сейчас закончим, начнем другую катку, расскажем. Сейчас. Сейчас. Почему у тебя такой вариант, хотя должен быть, ну почему тебе поменяли вариант и типа почему не берут, чтобы не списывали друг у друга. Она сделала специально так, блять, не буду рубить нахуй, она сделала специально так, чтобы не было возможности списать, чтобы люди, сидящие, допустим, рядом с тобой, не дали тебе списать, потому что я не знаю, показывает. Типа ты и сзади тебя первый вариант, рядом сидящий я второй вариант. В последней партии сижу, нету сзади меня никого. Нихуя прыжки! А, я заяц! Прикол. А ты подкаты можешь длинные делать. Двигай попкой, оп, и стекло разбило башкой. Больно. Чё, дурила? А чё, блин, на чём я остановилась в прошлый раз? Ты говорила, что вот первое, второе задание ты сделала, но мол, то что за 4-2 ты получила. Да, блядь, давно уже про игру, уже про физику давно рассказала. Ты про физику, ты так и не закончила про русский язык. Ну, так я говорю, что я закончила про русский уже давно. Я уже физику рассказываю. А, это физика уже? Я думал, это русский. Слушаешь? Я слушаю такой, думаю, фига у вас там русский язык. Грубо, физика новый, что он неуверенный. Ну, я запомнил только то, что ты говоришь, он неуверенный. Пару недель до вас он вел, и все. Дальше ты остановилась, сказал, мы потом, я даже скажу. Все. Я еще рассказал, что, блядь, он душнило, скучный. Ну да, да, это тоже. Ну, но ты остановился на том, что... Короче, последние 20 минут, когда он сказал, что мы можем отдыхать, хотя никто и не напрягался, а девочка одна, в ее просто меня немного бесит, которая... Ну не та, меня много кто бесит. Много кто качает права, короче. Вот. Это одна из тех девочек. Она, короче, спрашивает у него, как вы думаете, кто виноват в взрыве на Чернобыле, который там много кого убило, унесла жизнь? Это она учит. Кто виноват в взрыве в этом? Физика, блядь, физика спрашивает. Заебите. Да. И они, короче, начали там спорить, блядь, до посинения, мне кажется. Эта девочка считает одно, он говорит другое, и у них мнение расходится, ей это не нравится, ему это тоже не нравится, она такая обиделась на него, он на нее обиделся, она на него, я такая, бля, вы ёбнулись нахуй, я вообще в ТикТоке сижу. Я бы уже на этом моменте проснулся на паре. Я просто не вижу смысла, зачем обсуждать такие темы, в принципе, с кем-то, если мнения у всех разные. Это, блядь, то же самое спросить у какого-то человека левого про красоту. У всех разные мнения и разные вкусы. Да. То же самое, блядь, про Чернобыль. Ну, мы не были там, мы не участники того, что произошло. Мы не можем знать, что было и кто виноват. Правильно, правильно. А что в интернете написано, ну и до пизды вообще. Там много врать могут. И выдумывать. Да, нахуй.
блядь, блядь, сука, меня сбили. Все, это очень грустно просто, и все. Как я согласен. Слушай, Дима, а ты где живешь вообще? Украина, там, не знаю. А мы уже поебали, он уже не напишет. Потом спрошу, сейчас как-то закончим. Опа! Вот так вот. Блин. Где это вы там? М? Ну, понятно. Мы в другой команде. Дело. С какими-то ебланами что ли вообще? Короче, я сегодня с колледжа прихожу такая, думаю, хочу чаечек попить. Открываю, ну, с чем-то же надо чай пить, просто так скучно. А не с чем, потому что кое-кто все сожрал и даже не оставил никому. Ему вообще поебать на мнение других. Поэтому я сейчас хаваю за две щечки и довольненько буду. Вот же защеканец. Вот. Вот. Я маме звоню, такая, мам, купи что-нибудь к чаю. Она говорит, я подумаю, может, какие-нибудь конфетки куплю. Я такая, давай. Вот она покупает две пачки конфет. Одна пачка с халвой. Ну, там, конфеты. Конфеты с вкусом халвы или что-то типа того, я не поняла. Короче, я такой не ем. А одни конфетки очень вкусные, я как раз взяла с пратого нахер. Подальше. Вот такая вот гадина. Чего довели, что нужно в одной семье прятать? Не, одна пачка их, одна пачка моя. Ну я и говорю. Потому что я знаю, если... Я говорю, если оставлю так, Денис, мой брат все съест. Все. Поэтому надо прятать. По-другому мы никак не выживем. Точнее, я никак не выживу. А я хочу конфетку. Ой, если бы нас поменять с тобой местами, я, наверное, каждый день дрался бы за какую-то пачку. Я не каждый день хочу. Он типа бывают моменты, когда хочется что-нибудь с чаем выпить, а нету ничего, потому что все сожрали уже. Один человек. Тебя тебе противно. Голодная? Какая же голодная? И грустно становится на душе. Мне еще практическую ебаную писать. Сука. Я вообще не понимаю, как они, блядь, эту группу создали. Создали у нас, короче, есть группа с биологичкой. И в субботу, когда у нас был учебный день, на который я не пошла с спокойной душой, проебала. Вот. Там была практическая, там какая-то новая тема. Ну, короче, дохуя, что они написали. А в чате, когда она что-то пишет, у меня почему-то сразу прочитано. Ну, такое, блядь, сделали, ебанское. Хуй его знает, как они это сделали. Ну, короче, сообщение сразу прочитанное становится. Получается, что я не вижу, что они пишут. А у меня эти группы всякие с учителями, они в отдельной папочке у меня лежат, чтобы не ебали мне мозги. Вот. Ну, блин, прочитано сразу становится. Я не вижу никакие непрочитанные сообщения. Есть, есть. Я вот сейчас зашла, охерела от количества домашек, которым нужно сделать тем, кого не было. Ну, извините, у меня не было сообщений. Уберите, сделайте так, чтобы, приходило уведомление. Я не понимаю. Не могу, я это сейчас... Я помню, когда у меня одногруппница получила два, потому что... Да, потому что у нее интернета не было. Просто у нее интернета... Мне к четвергу надо сделать презентацию. Угу. Ебануться можно. Большую, маленькую. Я не умею их делать. Сказали объем. Ты можешь мне презентацию сделать? Я знаю только, что там должно быть. Ну, я потом завтра тебе скажу. Я просто, у меня же нету компьютера. Я, в принципе, не знаю, как делать вообще вот это говно все надо. Мне бы хотя бы посмотреть картинки какие-то и что-то. Эту тему я знаю и могу скинуть. Бля, мне столько домашки давать надо по одному предмету. Ну, я понял. Задолженности одни. Ладно, это хорошо, вот это, как его, блядь, презентацию сделаю, сделаешь, сделаешь ты, вот. Да-да, домашка, это да-да, ты не оговорилась. Да. На первой паре, на следующей после каникул уже вот этих зимних, выходных вот этих, новогодних, нужно будет принести письмо ему. Кому? Ответка от... Конечно, со Снегурочкой вместе взято.
А, не, деду Короче, с бабкой, я должна написать письмо, отправить его на почту, и чтобы потом другой человек, которому я это отправила, прислал мне ответку, ответку. И должно быть штампики от почты, что типа я отправляла реально. А потом он это читать будет. Я такая, бля, кому мне отправить письмо? Мне бы Хасибилы. Давай. А, нет, не давай, ты не мой родственник, иди нахер. Мне нужно родственникам это писать. А там прям написано должно быть, что это там родственник. Либо... Так, а как я... Ну, блядь... Ну, кто ты мне? Брат твой родный. Да, конечно. Я не умею пиздить. Там либо дедушка, либо бабушка, либо маме. Ну, и либо, короче, именно там, взрослым людям. Я не знаю, ну кому, по маминой, ну как мне маме? По маминой линии родной сестры сын. Ты сестра?